Итак, всем здравствуйте. Мы готовимся начать нашу прямую трансляцию, посвященную сегодняшнему вебинару на тему «Открой бизнес с компанией ADEMS». Приятно вообще очень понимать, что у компании ADEMS такая широкая география людей, что нас смотрят из разных уголков России, что наши земляки из Самарской области тоже интересуются заточным оборудованием. Нам это вдвойне приятно, потому что мы, собственно, сами здесь находимся, сами его производим. А кто недавно подключился, смотрел не с самого начала, я еще раз представлюсь. Я буду, наверное, несколько раз это делать. Зовут меня Леонид, я работаю в компании ADEMS, являюсь менеджером по обучению и развитию компании. Я буду выходить в эфиры с обучающими вебинарами, буду рассказывать о заточном оборудовании, буду рассказывать о том, что такое заточка. Я буду делать это не один, со мной будет делать это несколько человек, включая наших мастеров, которые являются настоящими профессионалами в области заточки, которые умеют, любят это делать, которые занимаются этим очень давно. Поэтому это наша с вами не последняя встреча. Мы с вами будем встречаться регулярно. Я надеюсь, встречи наши будут постоянными, и мы приобретем аудиторию не только благодарных зрителей, которые будут присутствовать на наших вебинарах, но и наших партнеров, с которыми мы впоследствии будем работать. Сейчас мы, в общем-то, готовимся к тому, чтобы начать нашу трансляцию, готовимся к тому, чтобы погрузиться в рассказ о том, каким образом можно работать с оборудованием, которое производит компания ADEMS, как с помощью этого оборудования можно делать бизнес, как в этом бизнесе можно работать, как в этом бизнесе можно зарабатывать. Опять же, я вижу чат, Петр написал, что все хорошо, звук нормальный, замечательно. Это значит, что действительно все проблемы решены. Если мой внешний вид наушниками вас не смущает, значит, все вообще отлично, значит, все вообще замечательно. Самое главное, чтобы был хороший звук, самое главное, чтобы был добротный контент. Я думаю, личность того, кто находится по ту сторону экрана, она уже вторична. Она не будет иметь такого большого значения. Ну так вот, короткий анонс того, что нам сегодня с вами предстоит услышать и что нам с вами предстоит сегодня узнать. Сегодня наш первый вебинар, он будет посвящен вопросам бизнеса. Мы с вами сегодня будем говорить о том, как можно зарабатывать на заточке, какие инструменты мы готовы предложить тем, кто собирается с этим видом деятельности работать. Расскажем о каких-то особенностях и нюансах этой самой работы. Немножко остановимся на том, какие есть примеры данной работы, потому что любой бизнес, он основан прежде всего на примерах, на каких-то личном опыте, личных переживаниях. И без этого говорить о том, что смотрите, какой классный у нас бизнес, правда, им никто не занимался, ну, просто невозможно. Я постараюсь немножко осветить именно аспекты начала бизнеса, то есть как его начинать, что с ним делать, что можно, скажем так, что нужно для того, чтобы начать открытие своего бизнеса. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Поэтому вы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. Будем только рады
Потому что любое обучение – это, наверное, в большей степени диалог. Это не монолог, это живое общение. И когда работает любой преподаватель со своими студентами, если это преподаватель хороший, он старается выстроить именно процесс обучения как общение человека с человеком. Преподаватель, который читает лекцию по бумажке написанной, он, ну, наверное, менее интересен, и на эти лекции студенты ходят отбывать наказание. Я не хочу, чтобы вы сегодня почувствовали себя студентами на лекции. Я хочу, чтобы вы почувствовали себя полноценными участниками процесса. Я хочу, чтобы вы были активными участниками этого процесса. И вопросы, которые вы будете задавать, я, естественно, тоже с нетерпением жду. Очень здорово, очень приятно отвечать на вопросы, потому что понятно, что люди этим интересуются, людям это нравится. Меня вы видеть будете в меньшей степени. В основном вы будете видеть презентацию и слышать мой голос. Поэтому приготовьтесь к тому, что вы сможете ориентироваться не только на то, что я говорю, но и то, что у вас будет на экране. Да, Саса, я, к сожалению, не знаю, как, если это ваше настоящее имя. Да, вопросы можно задавать прямо сейчас. Мы начнем буквально через 1 минуту, поэтому, пожалуйста, если у вас уже есть что спросить, то не стесняйтесь, вы всегда можете это сделать. Во время презентации я буду стараться отслеживать ваши вопросы, но если я не смогу ответить прямо сразу, попробуйте отнестись к этому с пониманием. Я в любом случае на все вопросы, которые вы зададите в чате, отвечу в конце нашего вебинара. Итак, приступаем непосредственно к нашему повествованию о том, как можно открыть бизнес с компанией ADEMS. Как начать свое дело в заточке. И, наверное, еще раз представлюсь, поскольку вебинар считаю открытым. Зовут меня Леонид, я работаю в компании ADEMS. Я сегодня буду вести вебинар, посвященный открытию своего бизнеса. Для начала давайте немножко я расскажу о нашей компании, я познакомлю вас с нами. Вы, наверное, раз пришли на этот вебинар, уже что-то о нас слышали. Мы производим заточное оборудование, производим его уже достаточно давно, 8 лет на этом рынке. Пройден большой путь, много изучено, много понято. Делаем мы, пожалуй, одно из самых качественных оборудований для этого вида деятельности. Ну, в России, по крайней мере, равных нам нету, можем об этом утверждать с гордостью. Почему мы предлагаем работать именно с нами? Здесь надо сделать такой момент. Ну, во-первых, поскольку мы являемся производителями оборудования, мы же сами его и продаем. То есть мы не выступаем как компания-посредник между производителем и продавцом. Мы сами производим, сами продали. Поэтому мы можем вам гарантировать, что то оборудование, которое вы у нас покупаете, вы его покупаете без какой-то дополнительной торговой наценки. Поскольку мы являемся и продавцами, и производителями, мы очень дорожим своей репутацией. Потому что вообще в бизнесе, связанном с заточкой, мы должны понимать, что невозможно уходить от понятия качества, от понятия своего престижа. Очень легко растерять
клиентов очень легко растерять доверие. В то же время мы никогда не бросаем тех людей, которые приобретают у нас оборудование. Мы оказываем всяческую поддержку, и мы заинтересованы в том, чтобы наше оборудование, оно работало очень хорошо, оно работало очень качественно. Поэтому мы с вами постоянно находимся в контакте. Мы обучаем наших партнеров, мы обучаем наших клиентов. Мы стараемся соответствовать тому, что они от нас хотят. Вот сегодняшний наш вебинар – это одно из как раз направлений, потому что очень много было запросов от людей офлайн, что, пожалуйста, расскажите вообще, как вот можно делать, как поступать дальше, если мы хотим приобрести у вас оборудование. Поэтому процесс обучения – это одна из наших непосредственно фишек. И сейчас мы планируем запускать направление франшизы. Мы хотим, чтобы человек не просто приобретал свой станок, с которым он будет работать, чтобы он получал именно бизнес. То есть это и помощь в поиске клиентов, это помощь в планировании своего бизнеса, это доступ к самой свежей информации о тех новинках и тех изменениях в оборудовании, которые мы производим. Это помощь в планировании того, как открыть бизнес непосредственно в вашем городе. Все это мы обязательно будем делать, все это мы делаем уже. И, соответственно, если вы впоследствии после вебинара решитесь на открытие своего бизнеса, вы можете обратиться по тем контактам, которые вы видите на экране, которые вы видите в подписи, дополнительно задать свои вопросы и получить дополнительные на них ответы, уже непосредственно персонально для вас, персонально адресованные вам. Поэтому компания ADEMS – это компания, которая не только производит оборудование, не только оборудование продает, она оказывает полное содействие своим партнерам в том деле, которое они решили организовать. И мы, естественно, будем вам помогать, мы вас не бросим, не оставим. Купив наше оборудование, вы не останетесь один на один. А почему именно ADEMS, почему не любая другая компания? Ну, во-первых, как я уже говорил ранее, мы прошли очень большой путь в производстве станков для заточки инструментов, ножей и прочего оборудования. Мы имеем огромный опыт в этой области, и мы действительно с гордостью говорим то, что качество нашего оборудования, оно находится на очень высоком уровне. Соответственно, мы гарантируем вам, что купив наш станок, купив наше оборудование, вы не столкнетесь с какими-то техническими сложностями, которые не найдут впоследствии понимания. Если у вас что-то произошло, если что-то случилось, вы всегда можете к нам обратиться, и мы всегда вам расскажем, как из этой ситуации выйти, и поможем решить эту проблему. А во-вторых, если вы покупаете станок, и если вы до этого, скажем так, не имели большого опыта в процессе заточки, то вы всегда можете пройти у нас обучение, вы всегда можете к нам обратиться, мы расскажем, покажем, поддержим, мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы, и мы всегда будем рады видеть на своих обучающих вебинарах, в том числе для того, чтобы постоянно держать вас в курсе тех изменений, которые у нас производятся. Ну и, конечно, если вы начинаете свою деятельность с нуля, вы можете полностью рассчитывать на то, что вам будет оказана всесторонняя помощь. Вы получите квалифицированную консультацию как технического характера, так и какого-то организационно-экономического. То есть вы будете находиться под нашим заботливым крылом на протяжении всей своей деятельности. Какие варианты мы предлагаем? Ну, во-первых, вы можете открыть студию под своим собственным брендом. Если вы уже чувствуете
в себе сил, если вы понимаете, что вы можете работать сами, вы работаете, называетесь, как вы хотите, можете гордо именоваться собственным именем. Мы будем только рады поддержать вас в этом направлении. Франшиза. Я думаю, сейчас слово франшиза – это то слово, которое достаточно популярно вообще в бизнесе. Очень много бизнесов открывается под франшизой. Мы тоже предлагаем франшизу под брендом компании ADEMS. Есть свои преимущества в этом направлении. Если будет интересно, готов раскрыть детали немножко позже. Дилерство. Если вы хотите не только производить заточку инструмента, если вы хотите работать не только в сфере услуг, но еще и продавать станки в своем регионе, пожалуйста, мы даем вам такую возможность, мы вам, опять же, готовы в этом всячески содействовать. Вот любой человек, который начинает свое дело, неважно под каким флагом, под каким направлением, он обычно начинает с полным чувством уверенности, что все у него будет хорошо. Здесь, в соответствии с экономической теорией, есть 4 основных варианта. Восторг от того, что я куплю оборудование, и у меня все получится. То есть вот мне вот не хватает только суперстанка. В экономической теории это называется капитал. То есть у меня будет капитал, и у меня все получится. Либо человек понимает, что если он все будет сам, то у него тоже обязательно получится, он станет вот чуть-чуть, немножко надо потрудиться, он станет супермастером, и тоже все будет хорошо. Третий человек говорит: я, наверное, не буду заморачиваться сам, я прекрасный организатор, я прекрасный менеджер, я найду людей, которые все это будут делать за меня, и все будет хорошо. Четвертый считает, что он все умеет, все знает, и поэтому ему тоже ничего не нужно. И в какой-то момент оказывается, что возникает ряд проблем. Человек останавливается и начинает думать, а почему у него не получается. Ответов масса, примеров масса. Вот в свое время я очень много работал с стартапами, и первое, о чем говорят людям, которые начинают работать в этой области, это дают им информацию, что 80% стартапов закрываются в первый год после того, как они начали работать. Оставшиеся 20% работают еще год, и из этих 20% еще 80% закрываются в последующие там 3 года. То есть остается очень мало. Потому что даже если вы купите оборудование, даже если вы считаете, что вы умеете, обладаете навыками по заточке, если вы считаете, что вы сможете найти людей, этого мало. Для того, чтобы начать свое дело, наверное, нужно начинать не с того, что бежать, покупать оборудование, нанимать людей или учиться самому. Нужно начать с того, что неплохо бы спланировать свою деятельность. И поэтому, наверное, основная идея нашего сегодняшнего семинара, она будет как раз заключаться в том, что планирование – это основа всего. И вот первую мысль, которую хотелось бы до вас донести, что давайте начнем с планирования. Давайте начнем с того, что мы будем заниматься планированием своей деятельности. Не разбрасыванием ресурсов, не распылением их, а именно планированием. Зачем это делать? Зачем планировать свою деятельность? Ну, во-первых, когда человек выходит на незнакомое поле деятельности, у него, особенно если человек горит идеей определенного дела, он находится в эйфории. Опять же, есть такой достаточно широко распространенный термин – галлюцинация. Когда человек находится во власти иллюзий,
Ему кажется, что все будет легко, что все будет просто, что все только и ждут того, что вот сейчас к ним придет замечательный, отличный, классный парень и решит все их проблемы. Это далеко не так. Во-первых, нужно понимать, в какой точке мы находимся в данный момент и какая вокруг нас ситуация. Заточка – это очень тонкий момент. Кстати, вот прежде чем продолжать дальше, я хотел бы задать всем присутствующим один вопрос, на который вы, пожалуйста, ответьте в чате, и я хотел бы сделать такую небольшую выборку потом, чтобы посмотреть, на то, как все это будет, выглядеть. Скажите, пожалуйста, в заточном бизнесе что является у нас основой? Основой у нас является качество или основой у нас является цена? То есть, когда мы делаем свой бизнес, на что мы должны делать ставку? На качество производимых работ или на цену производимых работ? Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос в чате. Я в конце посмотрю на ваши ответы и дам свое видение этой ситуации. Если хотите потом подискутировать, мы можем с вами это сделать. Нужно понимать, чем мы располагаем, то есть какие ресурсы у нас есть, что мы можем делать, и нужно понимать, куда мы хотим пойти, то есть куда мы хотим двигаться. К чему мы хотим двигаться? Хотите вы, чтобы у вас была самая большая мастерская в вашем регионе, или вы хотите, чтобы у вас была маленькая студия, красивая, аккуратная, к вам приходили люди, которых вы знаете, которых вы понимаете, которых вы цените, и чтобы эти люди у вас делали определенные дела, делали определенные, заказы. Ну и, наконец, нужно понимать, когда вы к этой точке придете. Когда у вас будет студия вашей мечты, когда у вас будет бизнес вашей мечты. Когда те деньги, которые вы вложите в это дело, будут у вас, окупятся у вас на 100%. Для вас это тоже имеет первостепенное значение. Вот на все эти вопросы у нас отвечает планирование. А когда я в свое время учился в институте, у нас была такая замечательная дисциплина, она называлась политэкономия. Это были времена, скажем так, постсоветские, вот только-только Советский Союз закончил свое существование, и преподаватели были еще той старой советской закалки. И вот на политэкономии говорили замечательную вещь, которая впоследствии перешла и в капиталистическую экономику, что социализм – это прежде всего учет и контроль. А в капитализме все то же самое. Капитализм – это тоже учет и контроль. И планирование. Без этого невозможно построение никакого дела, невозможно построение никакого бизнеса. Что у нас является инструментами планирования? Инструментов планирования масса. Три основных инструмента планирования, которые широко используются, ну, практически, наверное, всеми людьми, которые начинают открывать свой бизнес. Бизнес-план – это то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, это то, что у нас использует и то, что требует любая кредитная организация, когда к ней приходит человек и говорит: «Я хочу начать свой бизнес, дайте мне на этот бизнес денег». Ему говорят: «Отлично, денег мы тебе дадим, но ты дай нам бизнес-план». И у человека возникает вопрос: что такое бизнес-план, зачем он нужен, как он работает? Поговорим об этом. Интуиция. Хорошая вещь для планирования, но зачастую ее оказывается недостаточно, и она не гарантирует стопроцентного результата. Опять же, забегая вперед, скажу, что ни один из этих инструментов не может гарантировать стопроцентного результата, потому что абсолюта в природе, как известно, не существует. Но интуиция – это такая достаточно сомнительная вещь. У кого-то она есть, у кого-то ее нету.
Ну и, наконец, наш традиционный русский авось, когда человек бросается в омут головой с криком «А, все будет хорошо». Что выбрать в данной ситуации? Решать вам. Как я уже сказал, 100% гарантии вам не даст ни один из этих инструментов. Но если вы хотите взглянуть здраво, я бы, наверное, все-таки обратился к бизнес-планированию. Потому что это тот инструмент, который основан на неких научных и материальных вещах, привязанных к окружающей нас действительности. Интуиция – это прекрасно, но, боюсь, ее в ряде случаев будет недостаточно. Поэтому давайте, наверное, сегодня не будем говорить о том, что такое интуиция. Давайте с вами поговорим о том, что такое бизнес-планирование и как с этим бизнес-планированием работать. Вообще бизнес-план – это стандартизированная вещь. Бизнес-планы вообще используются во всем мире. Используются они по единому стандарту, некому условному. Я не буду сейчас рассматривать все вариации вот этого самого бизнес-плана. У меня нету задачи прочитать вам лекцию о том, что такое бизнес-планирование. У меня есть желание рассказать вам о том, что это такое, чтобы вы, опять же, задали свои вопросы. Ну, во-первых, структура бизнес-плана. Структуру бизнес-плана вы можете видеть на слайде. Как правило, это 7-9 разделов, которые кратко описывают то, что вы будете делать. Вообще бизнес-план, хороший бизнес-план, он должен читаться как увлекательная повесть, как увлекательный роман. Если вы болеете своим делом, если вы хотите этим делом заниматься, вы можете о нем рассказать очень вкусно. Вы можете подать свое дело так, как не сделает это никто другой. Если вы хотите заниматься заточкой, вы можете рассказать о ней очень красиво. Поэтому ваш бизнес-план должен читаться на одном дыхании, чтобы тот человек, к которому вы придете с просьбой помочь в осуществлении вашей задумки, открыл ее, начал читать и погрузился в это увлекательное действие, где вы плавно рассказываете ему о том, как здорово, что в городе появится студия заточки, какие классные и очень отличные услуги она будет оказывать, как будут счастливы те, кто будут туда приходить, как они будут рады тому, что у них появится возможность отдать именно вам свои деньги, и как здорово и быстро вы эти деньги сможете заработать и вернуть, собственно, тому, кто в вас вложился, плюс остаться в прибыли. Вот это бизнес-план. Вот это все то, что там должно быть написано. Да, сухие цифры, без них никуда, но описательная часть, она должна быть очень красивой, она должна быть уникальной, прекрасной, она должна быть просто великолепной. Вы должны уметь излагать красиво. Когда человек занимается планированием, то в любом случае он задает себе вопрос: а с чего я, собственно, начну работать? Где мне найти те средства, которые впоследствии у меня будут использованы. Я постарался на этом слайде выделить основные пути привлечения средств для открытия своего собственного дела. Опять же, вы на слайде можете их увидеть, перечислять я их не буду. Давайте начнем, наверное, с конца. Ну, собственный капитал – это то, что вы сами готовы вложить в свое дело. То есть какие-то располагаемые запасы, которые вы накопили, заработали и хотите приумножить. Похвально, здорово, прекрасно. Собственный капитал – это такая вещь, которая предоставляет человеку
достаточно широкие возможности, дает ему возможность широко маневрировать и ни от кого не зависеть. То есть, вкладывая свои деньги, вы рискуете, вы понимаете, чем вы рискуете, но одновременно вы понимаете, на что вы можете рассчитывать и в каком размере. Привлечение инвестиций – это то, о чем я вам говорил. Когда вы приходите к человеку и говорите: «Слушайте, у меня есть идея. Я хочу открыть студию заточки в своем городе, в своем районе. Я изучил ситуацию. Вот наши потенциальные клиенты, вот наши потенциальные покупатели. Вот я, вот конкуренты, которые не умеют делать, которые портят инструмент, и мастера предпочитают точить в другом городе, затачивать инструмент в другом городе. Пожалуйста, дайте мне возможность с вашим капиталом выйти в этот сегмент и ваш капитал приумножить». Для этого, опять же, нужен бизнес-план. А заемный капитал, когда вы берете деньги у банка, банк в данном случае не интересует ничего, кроме одного вопроса: когда вы вернете банку те деньги, которые вы у него возьмете, желательно в срок, желательно с процентами. Ну, не желательно с процентами, обязательно с процентами. Желательно именно в тот срок, который интересен банку, а не тот, который интересен вам. Здесь вы должны понимать, что банк заинтересован именно в том, чтобы вы как можно дольше работали с заемным капиталом, потому что это выгодно в первую очередь им. Кстати, когда я опять же в свое время столкнулся с понятием займов, я обнаружил очень интересную вещь. Не знаю, слышали вы или нет, у нас в России и в большинстве стран СНГ есть такая, ну не скажу, что банковская традиция, ну, наверное, все-таки банковское правило, что чем больше срок погашения задолженности, тем выше процент на ставку займа для данного вида финансирования. А в странах Запада там ситуация обратная. Если вы берете кредит на больший срок, то процентная ставка у вас снижается. Знаете почему? Потому что на Западе рассматривают длинные кредиты как инструмент работы с клиентом и как инструмент стабильности дохода банка. Чем дольше вы гасите кредит, тем больше банк от вас получает процентов по выданному капиталу, и тем выгоднее банку с вами работать. Россия и страны СНГ – это как бы обратная ситуация. Здесь рассматривают более длинный срок кредитования как большие риски, и поэтому стараются эти риски минимизировать за счет повышения процентной ставки. Ну, к сожалению, такова реальность. И здесь, наверное, больше играет роль менталитет и пока еще не до конца сформировавшееся отношение к бизнесу, к кредитованию бизнеса, к работе с займами. Ну и, наконец, оставил напоследок, субсидирование микробизнеса – это то, что во многих регионах существует в рамках государственной и региональной поддержки малого предпринимательства. Мы с вами еще об этом, опять же, поговорим в дальнейшем, я обязательно на этом остановлюсь. Очень многие регионы предлагают своим гражданам, которые в этих регионах находятся и у которых нету работы, которые находятся в статусе безработного, предоставляются займы на открытие собственного бизнеса. Займы невозвратные, но по этим займам вы должны будете отчитаться, то, что вы их потратили именно на открытие своего бизнеса, а не на какие-то другие вещи, не связанные с этим бизнесом. В Самарской области размер вот этого самого субсидирование для открытия микробизнеса составляет 58 800 рублей.
Я знаю, что аналогичные программы работают в Республике Татарстан, в Башкортостане и в очень многих регионах России. Будут они работать и в 2000, вот, в текущем году, в 2018, и будет продолжаться эта работа в 2019 году. Потому что, несмотря на те заявления, которые делают некоторые наши политики о том, что не надо рассчитывать на поддержку государства, нужно добиваться всего своими силами, тем не менее, программы, которые были запущены ранее, они не сворачиваются, они работают. Просто нужно об этих программах узнавать и пытаться в этих программах участвовать. Поэтому господдержка, она возможна. Поэтому на господдержку нужно рассчитывать. И если вы хотите начинать работу со своими в своем регионе, прежде чем начать работу, узнайте, на каких условиях все это можно сделать. Я не буду распыляться по всем регионам, я могу сказать про Самарскую область. Нахожусь в контакте с агентством экономического развития, ну, по крайней мере, в нашем городе, в городе Тольятти, где мы находимся, с 2004 года, и я являлся свидетелем, ну, полноценно как агентство экономического развития начало в нашем городе работать с 2010 года. С 2004 года это работало в рамках мэрии, различных департаментов мэрии. Так вот, с 2010 года я видел множество вариантов поддержки малого бизнеса, начиная от кредитования, когда выдавался кредит под на льготных условиях для того, чтобы человек мог открыть свой бизнес, и заканчивая субсидированием, когда человеку давались определенные деньги для того, чтобы он мог свой бизнес открыть, и человек, в общем-то, этот бизнес открывал, с этим бизнесом начинал работать. Узнаете про свой регион, возможно, эти программы конкретно в вашем регионе работают, и вы можете начать свой бизнес, используя вот эти формы государственной поддержки. Когда мы с вами говорим об открытии бизнеса, когда мы с вами говорим о планировании, мы должны с вами понимать, что первое, с чем вы столкнетесь при планировании, это с вопросом, как мне зарегистрировать свое предприятие, как мне дальше существовать. Если вы уже являетесь владельцем своего бизнеса, вы, наверное, понимаете, почему именно так вы поступили, почему вы зарегистрировались как ИП, либо как ООО. Для тех, кто только планирует, я думаю, эта информация будет полезна. Ну, первое, что я хочу вам сказать. ИП – это физическое лицо. То есть это конкретный человек. ИП называется там ИП Иванов, ИП Петров. Человек с правом ведения коммерческой деятельности. То есть вы можете заниматься коммерцией, можете извлекать прибыль из своего дела. Если вы регистрируетесь как общество с ограниченной ответственностью, то вы, опять же, должны понимать, что ООО – это уже юридическое лицо с правом извлечения коммерческой деятельности, с правом извлечения прибыли из той деятельности, которую вы осуществляете. Вот эти две формы, ИП и ООО, на сегодняшний день они являются основными для малого бизнеса. Опять же, существует у нас в Гражданском кодексе множество правовых форм для ведения коммерческой деятельности. Для малого и микробизнеса, а вы будете относиться к категории микробизнеса или малого бизнеса, основных форм у нас, живых форм, две. ИП, ООО. ИП – индивидуальный предприниматель, физическое лицо. ООО – юридическое лицо, которое несет ответственность за свою деятельность в размере уставного капитала. У каждой из этих форм есть свои положительные и отрицательные стороны.
Давайте посмотрим, какие плюсы и минусы есть у индивидуального предпринимателя. Ну, давайте начнем с плюсов. Вам будет просто себя зарегистрировать. Регистрация в качестве ИП, она носит уведомительный характер. То есть вы заполняете форму, относите ее в ваш налоговый орган, и вас регистрируют в качестве ИП. После этого вы можете начинать свою деятельность. Уплачиваете вы взнос, вообще сумма взноса, она зависит от регионов. Ну, в большинстве регионов за регистрацию ИП берут 800 рублей. Как ИП вы освобождаетесь от необходимости вести полноценный бухгалтерский учет. Вы обладаете возможностью использовать, поскольку вы физическое лицо, никто не запрещает вам пользоваться теми деньгами, которые вы извлекаете из своей деятельности. То есть вы сразу используете все то, что вы заработали для того, чтобы либо приобретать какие-то дополнительные станки, оборудование, сырье, материалы, либо распоряжаться по своему усмотрению. Вы являетесь хозяевами тех денег, которые вы заработали. И для ИП у нас предусмотрен, скажем так, достаточно широкий маневр в плане использования систем налогообложения. То есть здесь и патентная система, здесь и упрощенная система налогообложения. То есть все достаточно хорошо и все достаточно приятно. Какие есть минусы у индивидуального предпринимателя? Ну, первый и самый очевидный минус, о котором многие будущие предприниматели не задумываются, это то, что ИП отвечает всем имеющимся у него имуществом по своим обязательствам. Что это означает? Это означает, что вы, как физическое лицо, несете ответственность за свои действия в размере всего того, что вы имеете. Если у вас есть квартира, машина, и вы в своем бизнесе что-то сделали неправильно, то будьте готовы к тому, что у вас их могут забрать для того, чтобы рассчитаться с вашими кредиторами, недовольными вашей деятельностью людьми и прочим, и прочим, и прочим. А ИП, как физическое лицо, не может учитывать убытки, понесенные за прошлые периоды, при расчете налога на доходы физических лиц. То есть все, что вы потратили в прошлые периоды, оно не учитывается. Учитывается только текущий период, учитывается только то, что у вас было в настоящий момент. С 2000, если я не ошибаюсь, 2012 года, я сейчас могу дату немножко перепутать, у нас для ИП ввели обязанность оплаты фиксированных взносов в пенсионный фонд. Если на старте вот этого нововведения это была сумма порядка 20, по-моему, тысяч рублей для Самарской области, то в настоящее время она составляет 32-36 тысяч рублей. Это те деньги, которые вы обязаны за себя оплатить в пенсионный фонд. Неважно, ведете вы свою деятельность, не ведете, получаете вы доход, не получаете. Если вы зарегистрированы как ИП, вы обязаны их вносить ежегодно. Это закон. Поэтому будьте готовы к тому, что эта обязанность ложится на вас, оплачивать свою будущую пенсию в течение всего периода, в течение всего срока своей деятельности. Если вы хотите, чтобы ваши интересы представлял какой-то другой человек, ну, например, вы, ну, вообще любой малый бизнес, он имеет право нанимать наемных работников. ИП в данном случае не исключение. Я в своей практике встречал
ИПшников, у которых было, ну, достаточно такое серьезное крупное производство, серьезные крупные фирмы, где работали достаточно большое количество человек. И как любой человек, который занимается достаточно крупным бизнесом, вот этот вот ИПшник, он задумывался о том, чтобы передать управление, ну, уже по сути компании, хотя по документам это ИП, некоему наемному лицу. То есть, а вот если сделать, вот у меня бы директор появился, мне бы было немножко проще. И сделать он это не может, потому что он физическое лицо, он может выдать это разрешение только на основании нотариально заверенной доверенности. А то же самое касается представительства в судах, в налоговых органах и так далее и тому подобное. Если вы хотите, чтобы за вас туда ходил юрист, будьте добры сначала прийти к нотариусу, оформить нотариально заверенную доверенность, и только после этого человек может представлять вас, где вы пожелаете. Это неудобно. Это отнимает время, но, скажем так, это некий минус. Также нужно отметить, что для ИП нет возможности свой бизнес куда-то продать. Нет возможности от бизнеса избавиться путем продажи, перевода. Плохо, хорошо это или плохо? Ну, в ряде случаев это, конечно, плохо. Тут я немножко могу, скажем так, уйти от темы. К сожалению, наши реалии таковы, что не всегда получается быстро закрыть, быстро свернуть свою деятельность, когда это необходимо. И одним из способов закрытия своей деятельности является продажа. Когда бизнес перепродается другому человеку, и вчерашний бизнесмен, избавившись от него путем продажи, вытирает холодный пот со лба, выдыхает и говорит: «Ух, наконец-то у меня проблемы закончились». Вот если вы ИП, у вас так не получится. Вам нужно идти в налоговую, подавать отчет о своей деятельности за все прошедшие периоды, и только после этого, после проведения проверки в отношении вас, вы имеете возможность свой бизнес закрыть. Продать его не получится. Не всегда продажа бизнеса имеет такие печальные последствия. Иногда человек, ну, например, меняет место жительства, бизнес у него работает, бизнес налажен, бизнес чувствует себя хорошо. Но человек хочет переехать из холодного Тольятти, например, в теплый Сочи или в Анапу. Вот нельзя оставить свой бизнес в Тольятти для того, чтобы он работал и приносил доход. Придется увести его с собой. Хотя так хотелось бы это сделать. Ну и, наконец, ИП имеет определенные ограничения по тому, как его можно кредитовать и как его можно инвестировать. Если вы приходите в банк и говорите: «Я индивидуальный предприниматель, выдайте мне, пожалуйста, кредит на развитие», то, опять же, реалии нашей банковской системы таковы, что банки вам в этом откажут. Банки не очень активно и очень хорошо работают с индивидуальными предпринимателями. Я знаю, что некоторые банки пытаются запускать подобные кредитные линии. Ну, например, я точно знаю, что подобные вещи пытались внедрять, например, Тинькофф Банк, пытались подобные вещи для именно индивидуальных предпринимателей запускать Альфа-Банк, но я, опять же, хотя готовился вот к сегодняшнему нашему вебинару, я, наверное, немножко упустил вот этот момент. Я обязательно его посмотрю. Если вам будет интересно, вы можете мне потом написать. Я готов этот аспект посмотреть. Есть ли кредитные линии у каких банков, которые готовы работать с индивидуальными предпринимателями? Но
крупные банки, они, как правило, для ИП не имеют таких банковских продуктов, и индивидуальным предпринимателям они отказывают. Ну и, наконец, ну это больше такая даже не, скажем так, научная, не научный подход, а больше практический подход. Индивидуальный предприниматель не должен открывать свой бизнес несколько человек. Если вы, поскольку любой бизнес, он открывается индивидуально, несколько человек свой бизнес открыть не могут под ИП. Вы, даже если объединяетесь с кем-то и открываете совместно, вы оформляете на какого-то одного человека. К сожалению, жизнь есть жизнь. И предсказать, как себя поведут люди, когда бизнес начнет работать, сложно и невозможно. История знает массу примеров, когда самые лучшие друзья ссорились, ругались и возникали какие-то трения именно вот в бизнесе. Если в случае с другими формами собственности это можно решить, то в случае с ИП решить это невозможно. Если ИП открыто на одного человека, на Иванова Ивана, то доказать Петру Петрову, что он имеет к этому какое-то отношение, будет очень сложно. Доказывать придется через суд. И поверьте, отношений и приятельских, и добрососедских в дальнейшем это никак не добавит. Скорее всего, возможности как-то примириться и найти разумный компромисс в случае суда уже будут окончательно потеряны. Два раза подумайте, нужно ли это вам. О, вторая форма собственности. Опять же, наверняка знакомые три буквы. Общество с ограниченной ответственностью. Любимый вопрос каждого человека, почему ООО именно с ограниченной ответственностью? Все очень просто, потому что у нее ответственность ограничена размером уставного капитала. А если мы возьмем и откроем наш гражданский кодекс, то мы можем увидеть, что минимальный размер уставного капитала для общества с ограниченной ответственностью составляет 10 тысяч рублей. Большинство обществ с ограниченной ответственностью имеют именно такой размер уставного капитала и рискуют они именно этой суммой и только этой суммой. Поэтому в случае возникновения неприятностей у общества, она рискует вот размером уставного капитала. Это одна из основных положительных сторон, когда человек принимает решение, как ему регистрировать себя как индивидуальный предприниматель или как общество с ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью, оно может быть зарегистрировано как одним учредителем, так и группой лиц. Для этого создается устав общества с ограниченной ответственностью, прописывается количество учредителей, которые его учреждают, прописывается доля в уставном капитале, которая распределяется между учредителями, причем эта доля может быть распределена как равномерно, так и неравномерно. И общество, собственно, начинает свою деятельность, свою работу. Любой из участников общества с ограниченной ответственностью, он не связан какими-то жесткими обязательствами, он обладает правом в любой момент выйти из этого общества. При этом, выходя из общества, он имеет право свою долю либо забрать, потребовать, чтобы ему выделили, либо потребовать выкупа этой доли у остальных участников. Общество с ограниченной ответственностью у нас можно продать или купить. То есть его можно передать, подарить, сделать с ним какие-то действия. Это юридическое лицо. Здесь вы уже никак не связаны. И если, опять же, мы возьмем ситуацию, когда у вас есть успешно работающий бизнес в каком-то городе, а вы собираетесь переехать в другой и не можете этот бизнес перевести с собой, вы можете этот бизнес продать другому человеку, вы можете этот бизнес передать другому человеку с тем, чтобы он им занимался и осуществлял деятельность, а вы получали от этого свои дивиденды. То есть это просто-напросто удобно, просто, легко и понятно.
Если вы не хотите заниматься бизнесом сами, либо у вас есть несколько бизнесов, вы можете нанять директора, который будет от имени вашего и ваших компаньонов представлять интересы всего общества в целом. Это опять же удобно. А выплаты в пенсионный фонд, выплата страховых взносов зависит от того, какую прибыль получает общество с ограниченной ответственностью. Она не имеет фиксированного характера. И все то, что связано работой с разницей между полученной прибылью и понесенными убытками, оно также влияет на размер налогов. Ну и, наконец, сама форма общества с ограниченной ответственностью, она имеет гораздо более высокий потенциал для роста компании, если мы будем сравнивать его с индивидуальным предпринимательством и с индивидуальным предпринимателем. Какие отрицательные стороны у общества с ограниченной ответственностью? Ну, во-первых, общество с ограниченной ответственностью более тяжело регистрируется. Это касается и более высокого регистрационного взноса. В Самарской области он составляет 4000 рублей. Это и необходимость наличия зарегистрированного у нотариально заверенного устава акционерного общества. Это и необходимость наличия прочих процедур, которые у нас происходят при регистрации, открытии банковского счета, заведении печатей. То есть само действие, оно более тяжелое и более затратное. Дальше, если вы работаете с каким-то оборудованием, а если вы собираетесь работать с заточкой, то вы в любом случае будете приобретать какое-то оборудование, вам его придется поставить на баланс общества. То есть вам его таким образом придется легализовать. В этом есть определенные плюсы, в этом есть определенные минусы. Связано это, сразу скажу, с определенными затратами. Неприятным моментом для любой компании является то, что компания рано или поздно сталкивается с работой наших контролирующих органов. Наверное, сделаю реверанс в сторону этих самых контролирующих органов. В последние годы они научились работать достаточно эффективно. Плюс это или минус? Ну, наверное, для общество в целом это плюс, для предпринимателя это минус. Контролируют эффективно, контролируют жестко, штрафуют жестко. Так вот, юридические лица штрафуют намного жестче, чем индивидуального предпринимателя. Штрафы для юрлиц в десятки раз выше, чем для ИП. И за одно и то же нарушение индивидуальный предприниматель может быть оштрафован на 1000, а юрлицо уже на десятки тысяч рублей. Еще одним моментом, который упускают из вида будущее учредители общества с ограниченной ответственностью, это момент ведения бухгалтерского учета и момент ведения кассовых операций. Для ООО это обязательное условие. Очень многие общества с ограниченной ответственностью нарушают именно вот этот вот аспект, потому что в этом надо разбираться, в этом надо понимать. Если вы этим вопросом владеете, прекрасно, проблем у вас не возникнет. Но если вы только начинаете свой бизнес, обращаю ваше внимание на то, что здесь надо четко понимать, какие именно вы услуги собираетесь оказывать, а как ваше общество будет работать, потому что от этого зависит, нужен вам кассовый аппарат или не нужен. Как вы будете принимать наличность, можете ли вы ее принимать, не сможете. Масса нюансов. Вообще вот порядок ведения кассовых операций – это тема отдельной лекции, которая, возможно,
займет не один час беседы, и о которой можно говорить очень и очень долго. Еще один момент, когда начинающий предприниматель не до конца понимает, что те денежные средства, которые получены на счет общества, они не являются окончательной его собственностью. В обществе с ограниченной ответственностью деньги, которые поступают на расчетный счет, не могут быть моментально изъяты и использованы в качестве источника дохода. Распределять прибыль между участниками общества можно не чаще, чем один раз в квартал. Поэтому будьте готовы к тому, что часть денежных средств вы не сможете оперативно изъять, если у вас возникнет в этом острая необходимость, острая потребность. Вы должны понимать, что здесь вы обладаете неким ограничением для того, чтобы вы могли с этим поработать. Еще, вот я, наверное, отнес это в отрицательные стороны, что ООО может работать как по всей России, так и за ее границей. Я вот сейчас думаю, почему я решил, что это отрицательный момент. Наверное, потому что для работы за границей ООО, несмотря на то, что она обладает таким правом, сделать ей это будет достаточно сложно. Есть ряд ограничений, которые не позволят вам быстро приступить к реализации. А теперь смотрите, дорогие зрители, дорогие участники вебинара, я предлагаю немножко прерваться. Я хочу посмотреть на тот чат, на те ответы, которые вы давали, и попробую ответить на те вопросы, которые поступили. Ну, в первую очередь, я сразу вернусь к вопросу тому, который я задавал в самом начале. На что нужно сделать упор, если вы открываете свой бизнес? Если вы открываете свой бизнес именно по заточке инструмента на цену или на качество инструмента. Я вижу, что большинство из вас, вот, например, Петр отвечает, что упор на качество, Максим склоняется, что нужно и цена, и качество. Саса говорит о том, что нужен баланс того и другого, качество, качество, качество. Смотрите. Заточной бизнес – это бизнес, который основан на вашей репутации. Если у вас репутация в этом бизнесе будет высокая, то вы сможете зарабатывать хорошие деньги. К вам придут, несмотря на то, что у вас даже цена будет выше, чем у конкурентов, потому что в вас будут уверены, вам будут доверять, затачивать дорогой инструмент. А у парикмахеров, профессионалов инструмент стоит очень дорого. Поэтому я думаю, что не думаю, я уверен то, что основной упор должен идти именно на качество той услуги, которую вы оказываете. И здесь я еще раз хочу вернуться к тому, что те станки, которые предлагает и представляет компания ADEMS, это станки именно качественные, которые обеспечивают высокое качество, которые предлагают высокое качество выполняемых работ, которые сбалансированы по тем функциям, которые они выполняют, в которых минимизированы, убраны полностью вибрации. Предлагаем широкий диапазон инструментов для того, чтобы сделать работу максимально комфортной, максимально точной. Эта тема, наверное, опять же, отдельной беседы. Максим
Варнаков, Варнаков, извините, если я неправильно поставил ударение вашей фамилии. Вебинар будет висеть в сети, мы выложим запись отдельным файлом, вы всегда сможете досмотреть его, посмотреть, узнать, задать вопросы. Наши контакты всегда будут для вас открыты. Опять же, возвращаясь к нашей теме, Саса пишет, что интуиция тоже нужна. Да, безусловно, интуиция нужна. Вообще, вы знаете, любой бизнес без интуиции – это не работает. Любой бизнесмен – это очень хороший интуитик, это человек, который тонко чувствует рынок, тонко чувствует не то, что происходит в данный момент, а понимает, что будет происходить потом, для того, чтобы иметь возможность расширяться. Но любая интуиция, я все-таки настаиваю на этом, она основана на расчете. А тонкий расчет может дать только инструмент под названием бизнес-планирование. Поэтому, как бы хорошо у вас ни была развита интуиция, нельзя пренебрегать планированием, нужно обязательно к нему обращаться. Петр задает вопрос, будет рассказано про франшизу, что она собой представляет в комплексе. Петр, если кратко, франшиза – это открытие бизнеса под определенным брендом, под определенной торговой маркой, в данном случае под брендом компании ADEMS. Если вы приобретаете франшизу, то вы приобретаете не просто некий набор станков, инструментов, когда вам все это отдали и про вас забыли, вы приобретаете прежде всего возможность работы на условиях компании, вы приобретаете возможность работы под брендом компании, вы получаете поддержку компании как в техническом, так и в организационном плане. Вам предоставляется брендбук, то есть комплект инструментов для продвижения себя на рынке. Вы получаете возможность использовать, скажем так, брендированный набор инструментария для ведения своего бизнеса. Вы получаете инструмент для старта своего бизнеса в вашем регионе. То есть мы будем оказывать вам поддержку. Будет ли запись лекции? Да, конечно, обязательно будет. Вебинар записывается. Я все-таки подчеркиваю, что у нас с вами вебинар, что у нас с вами не лекция. Лекция – это когда вам что-то читают, заставляют конспектировать, записывать. Здесь, я надеюсь, у нас будет все немножко по-другому. Вебинар – это такое общение, это передача некой информации от ее носителя к ее получателю. Опять же, Петр задает вопрос, сколько стоит открыть ООО сегодня, хотелось бы узнать порядок цен. Петр, ну я надеюсь, в лекции я уже частично ответил на этот вопрос. Смотрите, регистрация самого ООО – это 4000 рублей. Оплата услуг по регистрации вашего устава у нотариуса, если я правильно помню, это порядка 2000 рублей. Заказ печати, ну там от 800 до 1000 рублей. Вам нужно обязательно открыть свой счет в банке и на этот счет положить 10 тысяч рублей. Вот считайте из вот этих минимальных затрат. Плюс никто не освобождает вас от необходимости закупки оборудования, от необходимости приобретения аренды помещения, возможно, найма рабочих. То есть вещь однозначно более затратная, чем начало работы индивидуального предпринимателя. У них все немножко попроще.
Если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, я вернусь к ним немного позже и еще раз попробую дать на них какие-то ответы. В Хэнгауте, вот мне сейчас тут тоже пришел вопрос на тему того, что с какого оборудования лучше всего начать свой бизнес в заточке. Ну, смотрите, я сразу, опять же, вернусь немножко, убегу немножко вперед, скажу, что тема по обзору заточного оборудования, которое производит компания ADEMS, это будет тема нашего следующего вебинара. Мы обязательно ее анонсируем, мы обязательно вам про нее расскажем. Вообще, вот какое оборудование выбрать? Это, опять же, отдельная тема, это отдельная история, отдельный разговор. И здесь нету какого-то рецепта единого. То есть, чтобы я, допустим, вышел в эфир и сказал: ребята, покупайте станок ADEMS Pro. Вот вы сможете на нем делать все. Все зависит от того, что вы хотите делать, как вы хотите действовать, с кем вы хотите работать. Но компания ADEMS поможет вам с комплектацией вашей будущей студии. То есть мы поможем вам скомплектовать максимально сбалансированно и максимально грамотно. Ну и тут не надо забывать, что в каждом регионе, отдельно взятом, в каждом городе есть свои особенности, есть свои определенные потребности, есть своя структура клиентов, которая уже там сформирована. Поэтому давайте попробуем спланировать свой бизнес, давайте посмотрим конкретно на ваш город и рецепт можем давать, исходя из ваших непосредственно потребностей. Если на текущий момент вопросов нету, я с вашего разрешения вернусь к нашей презентации. Я перейду к системам налогообложения, которые существуют и с которыми вы обязательно столкнетесь, когда, опять же, будете планировать свою деятельность. Какие системы налогообложения на сегодняшний момент в Российской Федерации существуют и с чем вы в Российской Федерации столкнетесь? Вы обязательно столкнетесь с общей системой налогообложения. Это то, что, в принципе, по умолчанию предлагается всем ИП, ООО, то есть тем, кто начинает свою деятельность. Организация в полном объеме ведет бухгалтерский учет, уплачивает все общие налоги. Выгодно это или нет? Нет, не выгодно. А на общей системе налогообложения, как правило, никто в малом бизнесе не работает. Малый бизнес уходит либо на упрощенную систему налогообложения. Это могут быть 6%, если являются доходы предприятия, или это может быть 15%, если налогом облагаются доходы, которые уменьшены на величину расходов. То есть те доходы, которые получает предприятие, вычитаем расходы, и вот с этой разницы уплачивается 15%. Для ИП еще может быть предложена патентная система налогообложения. Она состоит в том, что индивидуальный предприниматель получает патент на определенный срок, и уплата вот этого патента, она заменяет собой уплату целого ряда налогов. Это очень удобно, это очень хорошо и это очень выгодно. Перечень
видов деятельности, которые подпадают под вот эту патентную систему налогообложения, надо уточнять в вашем регионе. Существует базовый перечень 63 видов деятельности, но в законе говорится, что этот перечень, он каждым регионом может быть расширен. Хорошая новость для тех, кто собирается заняться открытием именно студии заточки. Ваша деятельность, она во всех регионах подпадает под вот эту патентную систему налогообложения. Поэтому, если вы как ИП открываете студию заточки, вы на эту систему можете перейти. Об особенностях ее работы мы поговорим немножко дальше. Ну и, наконец, единый налог на вмененный доход, ЕНВД, это система, при которых вы платите налог не с той прибыли, которую вы получаете фактически, а с той прибыли, которая предполагается, что вы ее получите. То есть с некоего вмененного дохода, когда чиновник говорит, что вы получите 100 тысяч рублей. Вот со 100 тысяч рублей оплатите, пожалуйста, налог. Получите вы при этом 120, 150, 300, либо 80 тысяч, уже не важно. Вы должны получить 100 тысяч рублей. Тоже достаточно удобно. Что выбрать? Вот предвижу такой немой вопрос. На какую систему уходить? В любом случае решаете вы. Но мы, как компания, которая заботится о том, чтобы наши партнеры открывались и работали у себя в регионах, мы готовы помочь вам советом. Мы готовы проводить обучающие вебинары. Мы готовы отвечать на ваши вопросы, которые вы будете нам задавать, и мы хотим отвечать на эти вопросы. Поэтому не стесняйтесь, задавайте, спрашивайте, раскроем все, что знаем. Еще хочу вам сказать, что система налогового обложения – это такая вещь, которая достаточно тонкая. С одной стороны, закон, он трактует все просто и понятно. С другой стороны, как и любой закон, он имеет массу нюансов, массу разночтений, которые могут быть заданы и которые могут быть трактованы по-разному. Поэтому если что-то непонятно, то вы всегда можете уточнить и всегда можете это раскрыть отдельно. Вот, собственно говоря, та небольшая презентация, которую мы вам подготовили, которую мы с вами рассмотрели. Если у вас по ходу презентации появились вопросы, самое время начинать их задавать, потому что вебинара у нас осталось, времени вебинара осталось не так много. Я хотел бы с вами немножко пообщаться в нашем чате. Я очень хотел бы, чтобы вы задали какой-то вопрос, и я хотел бы, наверное, анонсировать какие-то дополнительные возможности, которые получат участники нашего сегодняшнего вебинара. Но вот Саса опять задает вопрос, как оценить количество заказов. Если речь идет о заказах, которые вы предполагаете получить в случае работы в вашей заточной студии, то это однозначно учитывать только при проведении бизнес-планирования. В бизнес-планировании есть такая замечательная штука – анализ конкурентов и анализ рыночной среды. Делается он по определенной методике, делается он на основании того опыта, который имеется у компании ADEMS. И для каждого конкретного города есть, для каждого конкретного региона есть свои инструменты, которые позволяют сделать это быстро и эффективно.
Поэтому для того, чтобы оценить то количество заказов, которые вы получите, первое, что вы должны понимать, в какой специфике рынка вы собираетесь работать. Вы будете работать с парикмахерским инструментом, вы будете работать с маникюрным инструментом, вы будете работать с бытовыми какими-то ножами, лезвиями. То есть, что вы хотите, собственно говоря, от той студии, которую вы хотите открывать. Это первый момент. Второй момент. Кто будет к вам приходить, есть ли у вас наработанная база или нет у вас наработанной базы. Если наработанной базы у вас нету, мы готовы помочь вам с тем, как осуществить ее наработку, с тем, как выйти на тех лиц, которые готовы с вами будут работать. И, наверное, третий вариант – это анализ рынка, анализ конкурентной среды, анализ того, кто уже работает в этом сегменте, кто оказывает услуги непосредственно в вашем городе. Вот из этих трех составляющих и складывается оценка количества заказов. Надеюсь, я смог ответить на ваш комментарий и на ваш вопрос. Для участников вебинара я обещал две вещи. Вещь первая. Я обещал, что каждый участник вебинара получит некое уникальное предложение от нашей компании, которое касается темы сегодняшнего вебинара. Саса, нет, не сложно. Все. Вопрос только в том, какие цели вы перед собой ставите. Предложение заключается следующее. Мы с вами говорили о том, что такое бизнес-планирование. Мы говорили с вами о том, как открыть свой бизнес. Собственно говоря, мы готовы поделиться с вами нашими наработками в этой области. Если вы являетесь безработным и планируете открытие своего бизнеса, мы готовы предоставить вам бизнес-план по форме центра занятости. Мы его уже сделали, вам останется только заполнить, внести туда свое имя, город и так далее. Сделан он по форме центра занятости Самарской области, но, насколько мне известно, в других городах, в других регионах это не отличается. Ну так вот, если вы являетесь безработным, хотите подать заявление в центр занятости и получить субсидию на открытие своего предприятия, мы готовы предоставить этот бизнес-план вам совершенно бесплатно. Вы пишете нам, что просим поделиться бизнес-планом, и мы этот бизнес-план высылаем вам на почту. То есть работайте, открывайте, пробуйте, получайте субсидии. Пожалуйста, действуйте. Будем только рады помочь. Второе предложение, которое мы готовы вам сделать, если вы хотите получить более детальный, более сложный бизнес-план, который есть в нашей компании, который мы разрабатывали уже для того, чтобы компания или человек имел возможность приобрести, ну, скажем так, более широкий пакет оборудования и рассчитывать на более серьезную поддержку, то мы готовы предоставить вообще этот бизнес-план в готовом виде у нас стоит 20 тысяч рублей. Участникам нашего сегодняшнего вебинара мы готовы предоставить за 9900 рублей. И, пожалуйста, тоже пишите, обращайтесь, можете считать это официальным коммерческим предложением, то есть готовый бизнес-план на открытие своего бизнеса в топовом пакете 9900 рублей. Если
Вам нужен индивидуальный бизнес-план, который разрабатываться будет конкретно под вас с анализом конкретно вашего региона, с анализом конкретно вашего рынка, то здесь, наверное, нужно какое-то индивидуальное обсуждение по цене, по стоимости, по срокам, по глубине проработки. Пишите, готовы обсуждать, в любом случае готовы с вами работать и готовы вам предлагать. Вопросы, которые поступили. Петр, да, вебинары еще будут. Следующий вебинар планируется 27 числа провести. Анонс вебинара будет разослан всем участникам отдельно. Вебинар будет посвящен оборудованию, на котором работают, которые производят и на котором работают наши партнеры. То есть мы будем проводить такой вебинар технический. Если сейчас мы рассказывали о том, как, собственно говоря, с чего начать выстраивание бизнеса, как проводить планирование, на какие моменты при планировании обратить свое внимание, какие формы собственности выбрать, то следующий вебинар у нас будет посвящен, что называется, железу. Мы познакомим вас с основными линейками компании и с основной линейкой компании и с той продукцией, которую мы производим. То есть вы сможете задать вопрос непосредственно по каким-то техническим аспектам, как работать на станке, для чего у этого станка, вот какими характеристиками он обладает. Будем говорить с вами о технике. Вячеслав, в сельских районах бизнес вполне реален. Я более того скажу, у меня, скажем так, есть родственники, которые проживают в достаточно отдаленной деревне Воронежской области. Ну, село – это бывший совхоз, который находится на границе с Белгородской областью. Я поехал к ним, ну, регулярно навещаю, и вот во время своего очередного визита я обнаружил, что в деревнях, достаточно отдаленных от крупного города, 200 километров от Воронежа. Это достаточно далеко. Очень обширно развивается вот то, что называется индустрии красоты. Открываются парикмахерские салоны, открываются маникюрные салоны. Причем они реально открываются именно вот в той самой деревне. И как вы сами понимаете, мастера там работают такие же. Мастер, который работает на стрижке волос, он свой инструмент затачивает раз в месяц, это минимум. У каждого мастера несколько ножниц. То есть простые ножницы, филировочные, плюс они работают машинками. Это вот одно направление. Если у вас в районах развито животноводство и у вас выращиваются, ну, например, овцы, бараны, которых нужно стричь, то это отдельная тема, заточка ножевых блоков для стригальных машинок. Да, это тоже тема сельского хозяйства. Для них это вопрос важный, поскольку это инструмент, с которым они работают. И без качественного инструмента невозможно качественное проведение работы. Максим, да, я вижу ваш вопрос про онлайн-кассу. Смотрите, все зависит от того, какие услуги вы собираетесь оказывать. Если вы собираетесь вести торговлю параллельно, ну, просто у очень многих студий заточки работа связана с продажей каких-то дополнительных комплектующих, вам онлайн-касса необходима, поскольку это розничная торговля. Если вы планируете оказывать услуги по на выезде, затачивать инструмент, который вам приносят, у вас нету строгой необходимости ставить онлайн-кассу, но вы можете, если вам это нужно, поставить ее добровольно. То есть тот вид деятельности, которым вы собираетесь заниматься в рамках заточки, он допускает добровольную установку онлайн-кассы.
Если вы не будете заниматься розницей, то, в принципе, она вам на сегодняшнем этапе не нужна. То есть можно без нее пока обойтись, если вы не планируете продавать вот какие-то готовые изделия. Что еще, на какие вопросы мы ответили, не ответили? Напомню, что если у вас, если вы что-то хотели спросить, но по каким-то причинам вы не задали это в прямом эфире, вы можете сделать это, воспользовавшись нашей почтой, воспользуясь системой обратной связи. Вы можете нам написать, вы можете перейти на сайт. Я очень надеюсь, что тот опрос, та форма, которую мы с вами проводили при регистрации вебинара, она немножко была полезной. Почему? Потому что, когда мы регистрировали вас на вебинар, мы выяснили, что большинство из вас, они только-только собираются открывать свой бизнес. То есть вы, в общем-то, знаете о непосредственно самом бизнесе немного. Еще один аспект, который я хотел бы затронуть, это то, как у нас, то, с чем работают наши партнеры, которые уже приобрели у нас оборудование, те люди, которые были. Вот, кстати, Владимир, он задает вопрос. Есть пример успешного открытия бизнеса? Да, конечно. Есть в городе Майкоп Алексей Макаладзе. Вы можете... Кстати, Алексей Макаладзе – это тот пример, когда человек не только успешно работает на оборудовании компании ADEMS, а пример человека, который уже на этом оборудовании сам производит обучение, сам создает свои обучающие ролики, проводит персональные вебинары по заточке, по заточному бизнесу. Если вы откроете YouTube и на канале найдете канал Алексея Макаладзе, то вы можете посмотреть ролики, которые он создавал. Можете посмотреть на примеры того, как он работает. Это наш партнер. Это очень хороший мастер. Это пример того, как работает человек. Другой пример, на котором тоже... о котором тоже хотелось бы рассказать, это Владимир Сидоренко, мастер из города Самара, нашего областного города. Владимир, опять же, пример того, что человек не только занимается заточкой, человек имеет свою собственную школу обучения заточному мастерству. Человек оказывает уже, не побоюсь этого слова, образовательные услуги, готовит других людей. И вот пример этих двух человек, Алексея Макаладзе и Владимира Сидоренко, он говорит о том, что работа со станками, работа с компанией ADEMS – это пример не только того, как можно зарабатывать свои деньги, но и на непосредственной заточке, но и пример того, что как можно зарабатывать деньги на образовании, то есть оказание образовательных услуг, связанных с заточкой, обучение людей. Уважаемая Нерко-41, что бы вам хотелось про заточку медицинского инструмента услышать? У нас есть станки, мы поговорим о них в следующем вебинаре, которые именно специализированы на заточке именно медицинского инструмента. Это там станки GMT, ADEMS GMT, ADEMS GMT 2, ADEMS маникюр можно использовать для заточки медицинского инструмента. Если у вас есть какая-то отдельная тема, которая касается вот непосредственно заточки
мединструмента. Мы готовы даже сделать это темой отдельного вебинара, пригласить людей, которые специализируются на этом, и провести небольшой мастер-класс в прямом эфире для того, чтобы это можно было увидеть, можно было пощупать. Если вам интересна эта тема, то готовы, почему нет. Я думаю, что заточка подобного рода, она интересна многим. Готовы поработать. Если что-то интересует конкретное, то напишите в чат. Примем к сведению и, я думаю, сделаем это темой отдельного вебинара. Если хотите что-то про медицинский инструмент узнать сейчас, то готов ответить на вопрос прямо сейчас. Ну, вот то оборудование, которое специализировано для работы с медицинским инструментом, я уже назвал. Это станки ADEMS GMT, ADEMS GMT2, ADEMS Manicure. То, что можно использовать, то, с чем можно работать. Еще задают вопрос, опять же, касающийся специализации станков. Можно ли взять один станок и использовать его для заточки всего? Ну, смотрите, вопрос, наверное, хороший, вопрос полезный. В каком плане? Я сам, честно сознаюсь, не являюсь глубоким профессионалом в практике заточки. Я знаю на достаточно поверхностном уровне. И я тоже считал, что до того, как пришел работать в компанию ADEMS, что можно взять один станок и на нем работать. Да, прекрасно, NERC-41, мы сможем с вами отдельно связаться, контакты наши вы можете видеть, это почта info@adems.ru, можете написать с пометкой для Леонида, и мы готовы обсудить с вами аспекты, то есть что это будут за, скажем, потребители, какой инструмент медицинский вы собираетесь точить. Соответственно, попробуем с вами поработать в этом направлении и подсказать какой-то набор инструментария для того, чтобы вы могли этим заняться наиболее эффективно, с наибольшей отдачей. Вот, кстати, да, хорошее предложение от Вячеслава поступило. Я вот когда еще увидел первое замечание про медицинский инструмент, наверное, да, про мединструмент имеет смысл сделать отдельный вебинар. У нас есть мастера, которые знают про этот процесс достаточно глубоко и являются настоящими профессионалами в этой области. Давайте запланируем вебинар. Я думаю, будет это уже после Нового года. Да, почему нет, я запишу себе, что вебинар по мединструменту мы с удовольствием проведем. И если у кого-то есть заинтересованность посмотреть на и изучить этот вопрос, мы с радостью готовы это сделать. Так вот, возвращаясь к вопросу про универсальный... Спасибо, Максим, за поддержку. Приятно получать обратную связь от участников вебинара. Так вот, есть ли универсальный некий набор, который вот подойдет для всего? Вот было бы очень здорово, если бы изобрели такую машину, на которой можно было бы ездить в магазин, возить детей в школу и одновременно перевозить тяжелые грузы и еще ездить по бездорожью. Наверное, пока не изобрели. Вот так и с заточным оборудованием. То есть какого-то одного универсального станка, который позволит вам достичь высокого уровня качества в заточке, а повторю, что заточка – это прежде всего качество. Если вы оказываете услугу качественную, то вы
вне конкуренции, идут именно на качество. Здесь большое значение имеет репутация, определяющая. И заточить на одном и том же станке ножницы, поварской нож и, допустим, блок от машинки для стрижки невозможно. Нужны разные станки, нужен разный инструмент. Поэтому здесь надо понимать, что вы хотите, и нужно понимать то, что вам нужно. А мы со своей стороны постараемся вам предоставить именно то, что вы хотите получить от компании ADEMS. Да, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы с нами на связи. Мы будем сотрудничать. В принципе, с темой вебинара мы уже определились. Третьего это будет вебинар по заточке медицинского инструмента. Мы его подготовим, анонсируем и обязательно проведем для вас. Следующий вебинар, напомню, это вебинар, связанный с обзором железа, с обзором непосредственно станков, которые производит компания ADEMS. Будьте готовы к тому, что мы задавать вопросы об особенностях работы, об особенностях использования того или иного станка, об особенностях использования инструмента, который можно затачивать на том или ином станке. Постараемся максимально широко осветить вопрос абразивов, которые можно использовать, материалов, которые можно использовать с тем или иным станком. О чем еще напомню вам, что по теме сегодняшнего вебинара вы можете дополнительно задавать вопросы. Если вам необходимы бизнес-планирование. Да, кстати, совершенно верно. Качественно, быстро, недорого, но можно выбрать только две позиции. Три, к сожалению, никогда выбирать не получается. Если у вас по бизнес-планированию есть какие-то вопросы, вы можете задать. Консультация в рамках разумного возможна. Если вам необходим бизнес-план для центра занятости, мы готовы предоставить его вам. Обращайтесь, делайте запросы. Если вам нужен большой бизнес-план, то мы готовы вам его предоставить за 9900 рублей. И если вам нужен бизнес-план индивидуальный, также обращайтесь, поможем, сделаем. Готовы обсуждать любые сложные вопросы в любом регионе. Я хочу еще немножко посмотреть, будут ли у нас вопросы по вот еще, дорогие наши участники вебинара. Я надеюсь, что тот формат, который мы выбрали, 90 минут, это не слишком напряженный для вас формат, что этот формат, в который позволяет осветить вопросы и не отнимает много времени. Если 90 минут для вас много, мы готовы сократить. Если 90 минут мало, мы готовы сделать 120, 150 и более минут. Если вопросов больше нету, я с вами на сегодня попрощаюсь. Пишите, оставляйте отзывы под данным видео. Видео будет размещено на нашем канале. Если мы могли быть для вас полезны, нам очень приятно. Да, спасибо за обратную связь. Нам тоже было очень приятно с вами находиться. Спасибо за ваши вопросы, которые вы задавали. До новых встреч. До свидания.
Ждем вас на следующем вебинаре и на последующих вебинарах, которые будут проходить. Пока, хорошего дня. До встречи.